Добрый день. Хочу начать свое видео на тему недвижимости. Недвижимость, риэлторские возможности, риэлторские функции в Израиле. Вот, пожалуйста, это объявление о продаже квартиры. Оно висит уже несколько месяцев в этом доме. Быстро продаются квартиры. Так, вот с этой стороны тоже объявление. Это все одна квартира. Сейчас просто пройдемся, я покажу дома, какие здесь есть. Это город Петартиква. Можно сказать, эконом-вариант. Город эконом-варианта. Так, вот сейчас я покажу дома. Это старые дома. Это, можно сказать, центр. Центр. Посмотрите, какая погода. 2 ноября. Погода чудесная. Можно сказать, как лето в России. Поэтому я люблю Израиль. Вот такие дома в центре старой постройки. Им около 50 лет. Вот это новые дома. Скорее всего, они не заново построенные, а перестроенные. На старом фундаменте восстанавливают из рядом, вот как рядом низкое здание. Его достраивают, делают облицовку, и получается вроде бы новый дом, но внутри старый. Так, а вот этот дом, который вроде бы пытаются перестроить. И уже 4 года он в таком состоянии. Так, дальше пройдемся. Так, идем дальше. Вот большая улица нашего города. Вот эти, можно сказать, старые дома. В основном здесь квартиры 3-4-комнатные. Стоимость их начинает от 1,5 миллиона шекелей и выше. Это, можно сказать, низкие цены. Вот еще объявление. Объявление о продаже квартиры в этом доме. Пожалуйста. Так, идем дальше. Какие у нас объявления? С фотографией риэлтора, с его номером телефона. Значит, с этим риэлтором подписан эксклюзивный договор, и кто-то другой не может предлагать это жилье, кроме него. И сами хозяева этой квартиры не имеют права продавать, иначе они нарушат закон, и риэлтор в любом случае выиграет в суде дело. Так, вот посмотрите рядом. Это был раньше такой дом. Вот, посмотрите. И из этого такого же типичного дома сделали вот новый дом. На верхнем достроили верхние этажи. Получились новые квартиры. А это облицовка старых стен. Им достроили еще одну комнату, балконы. И такое симпатичное жилье получилось. Что еще я могу сказать? Работа риэлтора заключается в подписании договора с клиентом, показ жилья. При показе жилья также выписывается квитанция, что клиент посмотрел у этого риэлтора жилье. И если он будет покупать, то может купить только у него. Клиент подписывает эту квитанцию. Вся работа риэлторских контор строго по договорам. Риэлтор получает разрешение на работы вести. Вот еще одно объявление. Объявление о сдаче жилья. Вот посмотрите, какое хотят сдать жилье. Это считается первый этаж. Первый этаж.
У нас есть нулевой этаж, есть первый, это первый этаж. Вот. Очень много сдается, продается жилья. В среднем 3-4-комнатная квартира на съем стоит 3-4 тысячи шекелей. Плюс коммунальные услуги. Не дешевые. Все это получается средняя заработная плата обычного человека. Поэтому, когда снимают квартиры, то один человек не может снять. У него финансово не хватит денег, или он должен получать очень-очень высокую заработную плату. Поэтому наши люди, израильтяне, в одиночку не живут. Они живут или с семьями, или с друзьями, или с коллегами по работе, или просто с кем-то договариваются и вместе снимают жилье. Потому что одному человеку снимать жилье в Израиле, можно сказать, невозможно. Не позволяют финансовые возможности. Так, вот дальше тоже идет, да, вон там дальше тоже идет перестройка еще дома. Там вот белое здание уже построено, достроено несколько лет назад. И все старые здания в основном тоже перестраиваются. Есть спрос в центре на здание. Это я вам показываю центр, можно сказать, старый район. Конечно, есть новые районы, там жилье гораздо дороже, на порядок выше, на 500 000, на 1 000 000. Ну, люди берут ипотеки и всю жизнь выплачивают за это жилье. Ну вот я ознакомила вас, такие азы небольшие в недвижимости. Здравствуйте. Что еще хочу сказать? Риэлторы Израиля, они выполняют только свою работу. Они показывают жилье, помогают найти жилье, аренда, продажа. Никакими финансовыми вопросами они не занимаются. Не занимаются документальными вопросами, то есть они не проверяют ваши документы, не помогают в оформлении документов и не помогают получать вам ипотеку. Ни ипотеку, ни суд. Вся функция их – это только показ жилья, поиск жилья, аренда и продажа. Все остальные функции у нас оплачивается другими специалистами, оплачиваем мы другим специалистам. Документами по жилью занимается нотариус, а ипотеками, деньгами, судами занимаются банки. Для этого нужно всем отдельно проплачивать. Вот еще у нас очень много идет строек и очень много сдается, продается жилья. Вот тоже продажа жилья. Следующая улица параллельная, это уже будет центральная улица Петах-Тиквы. Сегодня тихо, спокойно, потому что сегодня шаббат. Люди отдыхают от трудовой недели. Это хорошая погода. Как замечательно. Мне очень нравится здесь жить. После Сибири, России. Вот такая у нас зима, ноябрь. Надеюсь закончить это видео. И потом в следующем ролике осветить более подробно. Вот, пожалуйста, тоже было одноэтажное здание. Его разрушили. И теперь ведется стройка нового здания. Сейчас вам покажу, какое будет здание. Очень много строек, потому что жилье востребовано. Людям нужно жить не в коробке. Поэтому очень много идет строительства, перестроек. Вот, пожалуйста, посмотрите.
Так. И жилье всегда в цене. Цена всегда растет. Поэтому вот это я только обошла свой район. Свой район. Вот. Жилье всегда в цене и востребовано. Работа риэлтора хорошо оплачивается. От 1,5% до 3%. В некоторых фирмах и выше. От стоимости квартиры получает риэлтор. Плюс отдельно оплачивается нотариус. И отдельно банк берет за свои услуги. Покупка-продажа квартиры в Израиле очень дорогое удовольствие. Так же, как и съем жилья. Ну, на этом я заканчиваю. Очень длинный получился ролик, поэтому более какие-то специфические вопросы я уже в следующем ролике раскрою тему. Пока-пока!